И снова всем здравствуйте, с вами Александр. И сегодня мы посмотрим Lost Alpha. Не билд, который был слит полгода назад, а полноценный мод Lost Alpha версия 1.3. Модификация вышла буквально несколько часов назад. Первый раз запустил. Давайте вместе посмотрим, что изменилось. Появляется задание «Узнать о себе». Так, сразу заберем вещи, знаем, где они находятся. My head is still spinning. Where am I? Где я? Who are you? Кто я? You are in my bunker. Ты в моем бункере. Сидорович, the local я Сидорович, торговец. Three days ago, a death truck was hit by lightning, and we found you at the wreckage. 3 дня назад мы нашли тебя возле грузовика смерти. Теперь ты здесь. I don't remember anything. Я спас тебя. Я ничего не помню, что такое грузовик смерти. Как мне удалось выжить? Притормози. Я помог тебе выжить, а теперь давай поговорим о делах. У тебя есть задание. It will also be a good test to see how much you remember after amnesia. Это будет хороший тест, насколько ты отдымался после амнезии. It's your business what you want with him. If you want to kill him, I guess you have your reasons. Он говорит, что дела со стрелки это твоя проблема, а давай теперь поработаешь на меня. Так, найти стрелка. Да, давай как с опытным. Так, это мы читали. И у нас появляется задание найти артефакт для Сидоровича. Давайте его искать и смотреть, что здесь. Да, видим, также все замечательно. Не знаю, что здесь допилили в этой модификации, ну, со времен билда, который утек в сеть. Давайте разбираться. Стань мне этот артефакт, бросай болты перед собой. Отлично, это все помню. Кстати, я далеко не проходил билд. Не знаю, что там будет дальше за квесты. Может, конечно, кто-то играл. Но все-таки я хочу посмотреть, насколько это интересно, какие задания появились или не появились. Стоило это наших ожиданий. 5 или 6 лет, да, по-моему, релиз готовили. Давайте посмотрим, не будем забегать вперед. Но пока задание с колючкой у нас было, конечно же. Да, нашел я то, что ты просил. И он просит нас найти флешку. Это мы уже знаем. Это я уже показывал, это я уже проходил. Флешка у бойца, который лежит мертвым грузом возле вагончика, да? Давайте посмотрим. Вертолет слышу, но не вижу. Локация прогружается. Я по-быстрому пробегу, так как это уже показывал. Так, где боец? Вот боец. Отлично. Да, вот она, флешечка наша. Заберем ее. Кстати, где-то здесь должен быть его ствол. Да, вот он, обрез. Пригодится, конечно же. На начальном этапе игры обрез — это даже очень хорошо. Есть вид от третьего лица. Плоть где-то пищит. Да, вон она. В аномалию попадает. Посмотрим бинокль. Да, кстати, вот так это исполнено. Don't forget to use the bolts to locate anomalies. Alrighty? Talk to you. При виде от третьего лица мы не смотрим непосредственно в бинокль, а взгляд получается как бы из-за плеча. Так, хорошо.
пробегу быстро по этому квесту. Так, что это за нычка? Нет, это просто так. Надпись. Got anything worth having? Да, Сидорович, все готово, флешку нашел, парень мертв. И, соответственно, он нас направляет к волку. Давайте немного поторгуем. Я возьму дроби две пачки, антирадин. Это нам не нужно. Так, на пистолет у нас патронов хватает. Энергетика, я думаю, нам понадобится, потому что на фабрике мы затаримся лутом с убитых бандитов. И принесем, конечно же, их к Сидоровичу и продадим. Так мы сможем поднять немного денег на начальном этапе игры. Так, задание поговорить с волком. Повешу наши патроны на пояс. Кстати, здесь убавили чувствительность мышки. Оружие убрал. Там она была дикой. Сидорович просит с бандитами. Он говорит, да. Дам тебе пару бойцов. You may attack if necessary. Over. All right, Wolf, send him in. Заодно они опыта поднаберутся. Да, давайте выдвигаться на фабрику. Пока это все мы видели. Кстати, есть смысл полутать дома? Может, здесь в подвале есть какой-нибудь артефакт, как это было в оригинальной игре. Так, радиация. Радиация. Кресло-каталка. Ладно, я не буду пока лезть. Пока я, видите, без опаски бегаю. Аномалий не вижу. Радиации на дороге нету. Так. В сведениях нету ничего пока. Да, здесь, смотрите, появились сталкеры. Их здесь не было. Пусто. Цветочек под ящиком текстурный. Сталкеры лобзают на гитаре. Хорошо. Но это мы видели. Локация грузится. Да, в туннеле бойцы стоят. Так, мужик, ты здесь прямо умер в этом уазике. Ладно. Сколько бандитов в лагере? Да, давай поднимай своих. Сам я не пойду, зачем мне геройствовать? Направляемся на фабрику. Посмотрим, что там за бандиты. Да, сценка, в которой два бандита, вернее бандиты-наемник, говорят о какой-то посылке. Пэкэдж? Oh, I wonder what he'd say if he heard that coming out of your mouth. Еще раз говорю, это какой-то питбуль. See you around. What the hell? Так, давай обговорим детали, и тут появляемся мы. Да, давайте вынесем их. Я думаю, это будет несложно. Ну-ка, попробую попаду. Мимо. Опять. Так, вроде поймал. Так, и тот тоже умер. Интересно, кто его убил. Так, вижу одного вверху еще. Убила мужика! Да, еще один. Тебе крышка!
Так, мужик, ты или помогай, или не мешай. Не туда ты смотрел, бандит, не туда. Так, все, нет. Конечно же, облутаем их. Денежки, оружие нам не помешает. Так, а как мне подняться наверх? Я не очень хорошо помню эту фабрику. Здесь нету подъема. Да, вот лестница. Она нас связывает переходом с соседним зданием. Кстати, помним, что флешка находится на втором этаже этого здания. По-моему, на втором или даже на третьем. Фонарик по сходу к батарейке. Да, вот он, боец. Миша, поговорить с волком. Вот на этом моменте я закончил смотр билда. Дальше я не играл вообще. Поэтому не знаю, что будут за квесты. Давайте, сейчас облутаю я все. Сдам задание волку. И посмотрим, что будет дальше. Солнышко какое яркое. Так, вроде все. Направляемся к волку. О, какой вертолет громкий. Кстати, заметьте, стамина стала падать намного быстрее. У нас хоть и нету перегруза, но мы уже кое-что набрали. Сталкеры остаются на месте, никуда не делись. Да. Поговорить с волком и вернуться к Сидорычу. Найденный ПДА. Заметки связного. Все по-английски, пока ее еще не русифицировали. Но я думаю, это будет в скором времени. Кстати, кто играл в билд, может быть, мне подскажут. Ну, кто прошел билд и кто уже играет в Lost Alpha, версия 1.3. Изменились квесты в дальнейшем? Стоит вообще проходить игру? Интересна она или нет? Потому что если не будет нового сюжета, новых квестов, ну, я понимаю, что они хотели вернуть облик, знаете, как они говорили, старой зоны. Ранних версий, скажем так, Сталкера. Но без нового сюжета это, мне кажется, будет не очень интересно. Графика, конечно, здесь хорошо, видно, подтянули освещение, как я уже говорил раньше. Но мне бы хотелось, конечно же, нового сюжета. Да, волк, привет. Все, мы убили бандитов. Он нам дает 4 аптечки, 2 бинта, антирадин и минералочку. Отличная работа, все. Так, и что у нас осталось? У нас осталось пообщаться с Сидоровичем. Сохранимся. А то мало ли какие-нибудь вылеты будут. Стамина, кстати, быстро восстанавливается, заметьте. Да, Сидорович, все нормально. Нашли мы ПДА, связного. Артефакт. Потеряли, он нам дает кукурузу, завтрак туриста, 2 бинта и аптечку. Так, что у него за задание есть? Мне нужна работа. Так, это задание на кабанов, на глаз плоти. Нет, нам это не интересно. Вот есть диалог, давай что-нибудь обсудим. Деликатное дельце у него есть. Связной лис вляпался в переделку. Его взяли в заложники из греха. Что это, новая группировка? А, они выглядят как зомби. И он нас просит, соответственно, вытащить его. Также он говорит, что не пугайся их, когда увидишь. Да. Это здесь находится на кордоне. Ладно, ребята, я думаю, на этом все.
С вами был Александр. Отпишитесь, пожалуйста, стоит ли дальше играть, интересно это или нет. Всем пока.